Всем привет, ребята, вы на канале Сачук ТВ. Вот загрузились мы сейчас и едем в Норвегию по Дании. Сегодня у нас Дания таможня, потом паром. Паром вроде как крутой, я на нем ни разу не плавал, который на Ларвик идет. Вроде там крутое питание, сам паром крутой. Креветочки, там мидии, все дела. До парома нам еще где-то 250 километров. Да? Сколько до парома? 254 километра до парома. Алена сейчас выезжает в свое время. Потом поменяемся и поедем дальше. 6 числа у нас разгрузка в Норвегии. 6 утра везем мы виноград. Статус прицепа загружен. Не забудьте поменять документы. Хорошо. Короче, ребята, ехали мы на Норвегию, мечтали о хорошем пароме, а получили вот. Ровно фигу, блядь. В Гертеке ничего невозможно спланировать. Доехали уже до парома, там где брать билеты, таможня. Приходит замена планирования. Разворот. 120 километров в обратную сторону и пиздуем ровненько на Польшу, везем селедку уже, так что Норвегия с паромом у нас обломалась, едем мы на Польшу. В Гертеке вот ничего нельзя планировать, запомните, ничего, срывается все, срываются все планы, уже хотели с другом там встретиться, на 55-м съездить, постоять, во, все, едем, короче, на Польшу, заполнили акты прицепа, поменяли прицеп, сейчас запишем наш лифт сюда, что мы выезжаем и трогаемся. Алена у нас накрасилась, собирается пойти в магазин. Стоим на разгрузке уже. Погружают у нас рыбу. В таких вот бочках это рыба. Привезли мы эту селедку. Вот. Сейчас разгружают, поедем на мойку. До мойки нам 9 километров. Заехали на заправку. На заправке заправили солярку, не было от Blue. Надо будет еще найти от Blue заправить. Вот. И потом, не знаю, задания пока нету. Надеюсь, до завтра задания никакого не будет. Чтобы мы спокойно сходили в магазин, спокойно нашли паркинг какой-нибудь постоять, отдохнуть. Желательно с душем. Вот так. Сигнализация у нас в мозги что-то дурит. Так что двигаемся на мойку и в магазин потом после выгрузки. Так, ребята, прибежали из магазина, из бедроночки. Стоим на мойке, сейчас нас будут мыть прицепчик наш. Рубрика всеми любимая, распаковочка из магазина. Вот два пакета мы сходили в бедронку. Два пакета и вот это. Короче, отдали мы за все 70 евро. Да? Бутылка колы, 1,5 килограмма. Мясо уже типа запеченного. Потом какие-то... Типа как к пиву, такие, ну, мясо на кости, типа копченое. Сельтисончик. Дальше. Килограмм сыра нарезного. Лаваш. Лаваш, так. Это Алена взяла себе кофе. Зубная паста закончилась. Гель для душа. Вот, потом какую-то Нивею себе взяла еще Алена. Тут сколько у нас? 400 грамм филе. Хлебцы. Кофе. Молоко. Бананы. Лимончик. Капуста какая-то, ни разу такую не пробовали, взяли попробовать. Потом дальше, еще один гель для душа. Помидорки черри. Кетчуп Хайнс. Это такие, перекусить сейчас с кока-колкой. Макароны Барилла, килограммчик. Булочки для хот-догов. Сосиски, килограмм сосисок. Еще один лаваш.
мясо, 1,5 килограмма этой, не лопатки, а как оно, типа шеи что-то такое, кардельки, 1 килограмм, 91% мяса, очень вкусные эти польские кардельки, и приправы взяли там что-то готовить, чтоб вкусненькое нам приготовить. Вот такие вот распаковочки у нас, ребята. Фух. Моем прицеп, кушаем и куда-нибудь едем на стоянку. Надеюсь, задания у нас пока никакого нету. Планирование пусто. Балдеж сегодня, короче. Ну что, ребята, у нас опять недолго музыка играла. Замена планирования пришло. Замена полуприцепа, выгрузка с 7 до 10. Опять у нас все впритыки. Всем выгрузка, всем 40 у нас заканчивается сена. Менеджеру сказали, что нам делать. Если мы ставим паузу, мы не успеваем на выгрузку. Если мы успеваем на выгрузку, то мы закрываемся на выгрузке, если нас не начинают выгружать ровно 7. Едем на выгрузку, там закрываемся, если что, если не успеют. Вот такие ответы. Потом вытягиваем. Вытянулись при херню. Потом стопорим прицеп, чтобы он никуда не покатился. Теперь опускаем машину в транспортное положение. Стоим мы, короче, на паркинге в Польше.
Польше, зашли на заправке в кафе, непонятно сколько мы стоим по времени, 45 часов или сколько. Вот, решили зайти покушать. Взяли в кафе покушать, суп, картошечка, рулька, Алена себе котлетку, блинчик, там попить взяли, за все отдали 13 евро. Вот. Так что нам приятного аппетита, и пока досмотреть этот ролик до конца.